Бог тебя простит, твоим отцом.
Вера, пора сейчас туда всех братьям и сестрам сказать, вот так обойди, все, все, вот, все. Братья, сестры, правда. Вот сюда, сюда, так, вот так. Проси у всех. Меня ради Бога истинного Христа. Бог простит, держи. Не садись. Батюшка, прости. Бог простит. Простите меня, Христа ради. Ой, споклонись, да и все, никому. Простите меня ради Христа.
О, простите. Братья и сестры, простите меня, Христа ради. Бог простит, молись нам грешник. Братья и сестры, простите меня, Христа. Бог простит нас, простите. Батюшка, простите меня. Молись нам грешник. Братья и сестры, простите меня ради Христа. Бог простит нас, простите. Братья и сестры, простите ради Христа. Батюшка, простите меня ради Христа. Братья и сестры, простите меня ради Христа. Бог тебя простит, нас простит. Помолись нам, Христа. Благословение Господне на вас, того благодатью человека любим всегда, ныне присно и во веки веков. Храни всех вас, Господь. Игнатий Тихонович, простите. Ну, да разве? Что ты, Господь с тобой, вставай. Еще тоже на тебя что-то имею. Ничего, конечно. Простите нас. С Богом, давайте. Меня тоже простите. Ну, простите. С Богом, заходите, от тебя привет уж пришел. Да, Бог простит. Меня простите. Да, конечно. Заходите, заходите. Ой, пряжа. Ну, как нам полезно быть братьями вместе и сестрами. Так, сегодня заходите все сюда. Объявление будет дано важное. Заходите, там места полно. Ну что, колачивается-то? Людмила Степановна, там всех побуди зайти. Сообщение будет. Нет, он здесь. Сейчас мне здесь, тут выключатель. Там, рядом, направо. Так, постарайся всех загнать туда, пройди. Объявление будет о сегодняшнем дне. Всех просят зайти в трапезную. Всех за одного. Так, все сюда заходите, объявление будет о сегодняшнем дне.